если говорить, чем мы занимались на карантине, то одно из таких самых важных, наверное, да, это подготовка к полному обновлению экспозиции. Дело в том, что Музей истории Екатеринбурга очень долго готовился именно к созданию постоянной экспозиции по периоду 19 века. Можно сказать, что с открытия первой экспозиции прошло больше 10 лет. И один из самых частых вопросов, когда к нам приходили гости из других городов, а где же история города после 1781 года? Сейчас мы можем совершенно спокойно этот вопрос отвечать. У нас на втором этаже после карантина открытие музея, гостей будет ждать и города, и, конечно же, наших горожан, прежде всего, постоянная экспозиция про Екатеринбург с 1781 по 1917 год. Называется «Над заводы к городу», и здесь мы рассказываем фактически про все, что в этот период в городе произошло. И это очень большая работа. Она началась, конечно же, задолго до карантина. Мы готовились несколько лет к этому проекту. Но во время карантина наши научные сотрудники активно работали над текстами, над концепцией подачи материала. Наш детский центр разрабатывал разные игровые путеводители. Мы готовим большую видеопрограмму. Буквально в ближайшее время запустится видеопроект, где мы будем рассказывать про то, как мы жили 100 с небольшим лет назад в деталях. Пока идет карантин, мы будем такую онлайн-серию горожанам предлагать. И если говорить про этот этаж, то фактически на нем горожане увидят все три экспозиции новые. Там будет выставка, посвященная квартире горожанина 100 лет назад. То есть если здесь такая больше макроистория города, да, как развивался он как экономический субъект, очень много разных таких больших процессов, то там как обычный человек в этом городе жил примерно 100 лет назад, причем условно мы ее для себя называем «сидим дома».